Всем привет! Сегодня я буду готовить грудинку куриную под грибным соусом. Вот как-то так. Короче, дело к ночи. Режем лук. Учитесь. Все очень просто делается. Полукольцами нарезали лук. Ой. Две луковицы хватит. Так, вот, сейчас мы его обжарим. Погрели сковороду, да? Сковороду. Сейчас она погреется еще немножко. И лучок мы обжарим. Берем грудинки. Вот грудинка у нас куриная. Куриная грудинка. Сейчас я ее помою. Как же вас сделать на все обозрение? Закладываем, короче, лук. Мы его сейчас обжарим. Пока обжаривается лук на среднем огне, отобьем грудинку. Я кладу пакет ее для отбивания, ну, как бы, чтобы отбить, чтобы не брызгала она в разные стороны, соответственно, да? Вот. Я отбиваю. Очень удобно через пакет. Лучок посолим. Так,
такая у нас грудинка, как вы смели заметить, отбитая. Попассировали немножко. Слишком много не надо его жарить. Вот. Сейчас еще чуть-чуть. Сейчас в магнит оттенка. Сейчас, чтобы помягче был. Чуть-чуточку, да, так делаем. И будет усе. Значит так, лук я пожарила, закладываю в кастрюльку. Вы спросите, почему в алюминиевую кастрюльку? Потому что мне так удобно, мне не подгорит. Вы можете в любой кастрюльке, я не хочу в эмалированную. Закладываем, короче, лучок сюда. Вот. Так, положили лучок. Теперь лук. Вот у меня грибы подготовлены. Я, который вчера творила грибы, последние, я их сегодня обжарила. Ассорти. Гриб белый, лисички, черныши. Очень вкусные. Ой, упали. У меня даже сегодня на пол упали грибы. У меня Машка их съела. Представляете, я вообще в шоке. Вот. Сюда же кладем. Очень вкусно. Объедененькие. Вообще. Просто объедененькие. Просто вот можно есть прям и наслаждаться. Прям в кайф. Так. Ну и вот. Положу я грибы сюда. Вообще, курица с грибами, она очень сочетается. Заливаем сметану. Ну, у меня вот здесь в пакете осталась сметанка, видите? Село Луговое. 20% жирности. Я вот эти остатки сейчас вылью сюда. Там грамм 100, наверное. Грамм 100 сметанки. Вот. И сегодня я еще купила сметанку. Вы даже не представляете, какой вкуснотеев овоща. Короче, закладываем сметанки сюда еще. Грамм 100. Ну, грамм 200 хватит. И ставим, короче, на плиту. На слабый огонь сейчас сначала разогреем. А тем временем будем готовить, обжаривать грудинку до полуготовности.
Вот. Так. Сейчас разогреется. И вот, короче, вот так вот надо мешать, постоянно помешивая, да, и тушить. Вот это как бы в сметанном соусе, это все грибы, лук обжаренный, грибы обжаренные и сметанка. Это где-то минут 20-15 надо постоянно мешать, но, конечно, не на сильном огне, на среднем. Вот сейчас, короче, обжарю грудинку. Посолю по сердцу. Так. Ее прям надо чуть-чуть прям, знаете, чтобы схватилась она. Много не надо ее жарить. Прям чуть-чуть, чтобы только схватилось все. Вот она схватилась уже. Вот. Вот так вот. Ну вот, тут уже у нас разогрелось и все. Надо мешать. Вот грудинка схватилась. Вот она, еще немножко подпожарить и все. Вот так вот. Вот так вот, да? Очень красивая получается, видите? Так. А это вот надо минут 15-20 вот так вот мешать постоянно. Убираем на тарелочку пока. Пока мы убираем на тарелочку. Так. Закладываем новую порцию. Она у меня порвалась, но ничего страшного. А я брызгает. Вот так, посолим. Добавим на огонь. Подсветим, посолим. Мешаем. Ну вот, пекушится. Грудинка у нас поджаривается. Вот видите, какая консистенция получается. Такая хорошая прям. Очень-очень будет вкусно. Ну вот, грудинку я так вот как бы подрумянила до полуготовности. Она внутри сырая. Готовлю соус. Его надо всегда мешать, а то он подгорит. Поэтому я и готовлю в алюминиевой кастрюльке. Ну вот, соус практически готов. Вот он у меня. Кладу, короче, на смазанную противень мясо, куриную грудку. Вот так вот закладываем. Разогреваю духовку сейчас я на 200 градусов. Это все очень быстро готовится и очень-очень вкусно. Так.
положили. Тут бульончик от мяса, который в тарелочке находится, его тоже можно вылить сюда. Так. И кладем грибы. Вернее, соус. Такой густой, 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 густой. Соус грибной прямо на грибы кладем. Совсем заболталась. Не на грибы, а на грудинку. На грибы. Я прям не жалею. Много кладу соуса вот этого грибного. Очень-очень будет вкусно. Курица очень хорошо сочетается с грибами. Очень. Вот, положили. Духовка у нас уже разогретая. И ставим в духовку. Под фольгой сейчас я сделаю ее, чтобы пропитались грибы. Пропитались грибочки у нас. Ну, как бы сказать, грудинка пропиталась грибочками. Вкуснотеево вообще. Не могу передать словами. Это нужно пробовать. Это нужно кушать. Это очень-очень вкусно. Просто вообще. Закрываем. Вот так вот. И все. И, короче, убавляем до 180 градусов. И ставим где-то приблизительно на полчаса, на минут 45. Посмотрим. Поехали. Натрем немножко сыра. Как раз поставить-то? Вот. Там грамм. Ну, я не знаю, чуть-чуть, короче. Так. Для красоты. Так. Сейчас достанем и посыпем сыром. Вот. И в духовку на минут 5. Того, наверное, где-то у меня минут 35-40. Сейчас где-то 30 минут уже стоит. Вот я минут 5 сейчас посыпала сыром. Все. Вот. Ну вот у нас вот такая красота готова. Видите? Сейчас вот покажу вам. Вот, посмотрите. Вот такая красота. Вот такая, девочки и мальчики, красота. А вкуснота, вообще, посмотрите, даже ножом не надо резать, просто вилочкой. Мягко, ароматно, вкусно. Пробуйте, готовься к моему рецепту. Вы просто обалдеете. Это очень безумно вкусно. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Вот. Ставьте, короче, лайки. Делитесь моим каналом. Пишите комментарии. Всем пока.